после обеда может быть трудно дискутировать эту важную тему, но качество и полнота данных очень важны. Мы будем рассматривать индикаторы качества данных. Это план нашей презентации. Введение, сопоставимость, полнота регистрации, валидность, своевременность и заключение. Это основные индикаторы качества данных в раковом регистре. Сопоставимость. Статистические данные, представляемые раковыми регистрами, должны быть получены идентичными или схожими методами. Это позволит сравнивать данные по различным популяционным группам и в различные моменты времени. Первый индикатор – это сопоставимость. Второй – полнота регистрации. Это степень включения в базу данных регистра всех диагностированных новообразований в данной популяции. Третий индикатор – это валидность или точность данной, доля случаев со значением некоторых характеристики, удовлетворяющих определенным критериям. И своевременность – это время, за которое раковый регистр может собрать, обработать и сообщить надежные и полные сведения о заболеваемости. Мы будем рассматривать в детали каждый из этих четырех индикаторов. Сопоставимость обеспечивается принятием и соблюдением существующих международных классификаций и стандартов для регистрации рака. Это МКБО, рекомендации для определения даты заболевания, методов установления диагноза, регистрация множественных опухолей, ТНМ для стадирования. Это международные стандарты и классификации, которые мы рассматривали в прежнем презентации. Сопоставимость определяется с помощью тщательного анализа механизмов регистрации, в том числе алгоритмов, стандартов и определений, которые используются в работе регистра. Каждый регистр надо иметь описание, какие классификации и стандарты используются при регистрации больных случаев. Это пример из норвежский раковый регистр. Они изготовили эту схему для описания системы, использованной для классификации и кодирования новообразований. Вы видите, что они начинали работать в 1953 году. И тогда для кодирования морфологии они использовали эту систему, которую они имели в регистр. Для кодирования топографии они использовали МКБ-6. Потом в 1986 году они начинали кодировать морфологии с использованием другая классификация. Начинали кодировать топографию с использованием МКБ-7. И каждая промена, которая наступила при использовании системы кодирования, она описана на этой схеме. Итак, регистр может использовать различные системы классификации в различные периоды, но они все надо будут описаны и надо будут использованы при интерпретации данных регистра. Это короткое упражнение для описания системы, использованной для классификации и кодирования новообразований. Это четыре вопроса, которые вы надо отвечать, когда описывают такие системы. Сейчас мы
даем, я буду дать вас возможность описать такие системы в ваши регистры. Кто хочет начинать? Сначала вы надо сказать, какой год начала регистрация, какая классификация вы используете для топографии и морфологии, промена наступила ли, да, нет, когда и сейчас, что вы используете. Это лестные вопросы. Кто хочет начинать? Ну, к сожалению, четко сказать я не могу. Начало регистрации опухолей, вот как Вахтанг Михайлович говорил вчера, повсеместные всех опухолей бумажным, но можно ведь считать регистром и бумажный носитель, то есть регистр на бумажном носителе в стране с 1953 года. Ну, кто их использует сейчас, данные те, кто не использует. И затем в каждой территории, у нас регистры, может быть, сейчас я немножко отвлекусь, расположены в диспансерах. То есть в каждом вот 84 субъектах Российской Федерации есть регистр вот на территории. Но они все работают, все регистры работают как по единым приказам, потому что министерство дает приказ, и работали последовательно, значит, до 99 года. Ну, я просто не знаю раньше, потому что не работала тогда. Работали по МКБ-9 регистры, а с 99 года, по-моему, у нас в стране принят приказ о переходе на МКБ-10, и, соответственно, и регистры, и регистрация всех заболеваний, и злокачественных в том числе, началось по МКБ-10 и по МКБ-2. Да. И с тех пор вот по этим вот классификациям и происходит у нас регистрация. Перемена пока не наступила. Вот в этом, с этого года мы перешли на ТНМ 7-го пересмотра. До этого были на ТНМ, должны были все работать на ТНМ 5-го. И вот сейчас используем, значит, ТНМ 7-го, МКБ-10 и МКБ-О-2. Вот все, что я могу сказать, вот, может быть, в территориях уже кто-то перешел на 7-й, но они должны будут перекодировать при передаче данных наверх в 5-й ТНМ. Да. И все это описано в вашей документации и регистре? Безусловно, конечно. Конечно. Хорошо. Кто еще хочет? А другой хочет описать? Да. Вопрос задан очень хороший. Дело в том, что когда мы переходили с 9 на 10 пересмотр, там было очень много сложностей, очень много трудностей. Мы двумя изданиями издали брошюрку о переходе с одного, с 9 на 10. И те территории, которые работали по нашим программам, естественно, мы передавали эти справочники. Значит, и, может быть, будет интересно нашим коллегам знать, в чем была проблема. Вот, значит, был какой-то код, допустим, какой-то локализации, да, изменилась классификация. И казалось, там 100, я уже забыл, как молочная, 174, кажется, была. Вот она стала С50. Но не все так просто. Во-первых, появился новый дополнительный знак, значит, более детально стали рассматриваться всякие по опухолям. И если, ну, у нас есть еще некоторое количество, уже они как бы антикварные, вот эти переходные классификаторы, которые мы делали. По многим локализациям нужно было не просто одни цифры перевести в другие. Там у нас была масса уточнений, что необходимо согласовать с гистологическим кодом при переходе. Что-то туда переходило, что-то не переходило, что-то требовало дополнительного рассмотрения. Это очень непростой процесс. И поэтому всегда, когда говорят, допустим, мы анализируем заболеваемость с каких-то времен, и прошло 3-4 классификатора, это вовсе не значит, что так легко. С одного можно посмотреть переход на все остальное. Потому что при переходе на новый классификатор что-то теряется, что-то добавляется, что-то развивается. Вот. И чем, с моей точки зрения, реже будет переходить мы на новые классификаторы, тем точнее будет возможность сопоставления хотя бы горизонтально по разным странам на один и тот же период.
Изменения колоссальные. Если кто-то захочет, я думаю, что мы не последний раз встречаемся, будете в институте, я вам покажу, насколько по целому ряду локализаций сложнейшие были сложности. У меня в это время была сотрудница Попова Светлана Павловна, она клиницист, и огромный вклад она внесла в понятие. И вместе с патоморфологами мы вынуждены были каждую позицию детально разбирать, переходить, пока она у нас вышла вот в виде вот этой небольшой брошюрки, которая вышла двумя изданиями. Спасибо. Это очень важно, что вы сказали, и я хочу показать, что сопоставимость позволяет сравнивать данные по различными популяционными группам и в различные моменты времени. Вы надо знать, какая классификация использовали в 1970 году и какая классификация используется сейчас, потому что при анализе заболеваемости или другие показатели вы надо знать, как осигурить сопоставимость данных из различных моменты времени. Другая характеристика сопоставимости – это описание регистрируемых случаев. И в Норвегии это описание, какая классификация используется, какие случаи регистрируются, какое поведение. Вы знаете, что одни регистры регистрируют инситу инвазивные карциномы, и другие регистрируют тоже доброкачественные опухоли. Все это надо будет описано в документации регистров. Вы уже ответили этот вопрос, какой регистрируемый случай, все, ты сказала. Коды топографии, морфологии и поведения МКБ и исключения и особенности у вас нету. Исключения и особенности может наблюдаться, если регистр специализирован в регистрации один или несколько опухолей, регистр для молочной, только для молочной железы, регистр только для детей. Определение даты заболеваний, я показала, что это важно для осигурения, осигурения сопоставимости заболеваемости и выживаемости, потому что если дата заболевания регистрируется как дата гистологического подтверждения, а другие регистры регистрируют дату первое выявление пациентов, тогда вы можно увидеть, что это разница между этих датой. И надо будет ясно, какое правило используется для определения даты заболевания. В этот пример из раковый регистр из Норвегии, они просчитали, что если они используют ENCR, правило ENCR для определения даты диагноза, это разница 10 дня в сравнении с использованием другое правило для определения даты заболевания. И в вашей регистр вы надо знать, какое правило используется для регистрации даты заболевания, что вы можно сравнивать свои данные с данными другими регистрами. Регистрация первично множественных новообразований, прорастание опухолей в окружающие ткани, возникновение рецидива или метастазирования тоже надо будет описано в документации регистри,
потому что это множественные опухоли участвуют в показателе заболеваемости, и надо знать, какие правила используются, чтобы осигурить сопоставимость показателя заболеваемости между различных регистрах. И в издании «Рака пяти континентов» это контролируется, и все регистры, которые опубликовали данные в «Рака пяти континентов», надо следовать одно и то же правило для регистрации первично-множественных новообразований. Мы уже дискутировали, какие инструкции используются, и вы справились очень хорошо с упражнением, и это значит, что вы хорошо понимаете эти правила. Другой показател – это пълнота данных, степень включения в базу данных регистра всех диагностированных новообразований в популяции. Максимальная пълнота данных обеспечивает близост показателей заболеваемости и выживаемости к их действительным значениям. Это достигается использованием информации из всех возможных источников. Вчера я задала этот вопрос, как вы уверены, что имеете, что данный ваш регистр полный, и вы сказали, что они полны. Как вы это знаете? Сейчас я покажу некоторые методы, как можно оценить полнота данных регистра. Качественные или полуколичественные методы позволяют оценить полноту данных в сравнении с данными других регистров, а также полученных на протяжении долгого периода времени. Это исторические методы, стабильность показателей заболеваемости с течением времени, сравнение уровня заболеваемости в сходных популяциях, форма кривых по возрастных показателей и уровень заболеваемости опухолем у детей. Я буду показать примеры для каждой из этот исторический метод. Другой метод для качественной оценки полнота данных – это отношение смертности к заболеваемости. Другой – это количество источников уведомлений для каждого пациента. И, конечно, гистологическая верификация диагноза. Количественные методы, они обеспечивают численную оценку полноты регистрации. Вы можете сказать, полнота регистрации 80% или 90% или 50%. Используя эти методы. И информация в случае более одного независимого эксперта, первый метод, методы повторного установления корректности регистрации и методы, использующие информацию из свидетельства о смерти. Вы видите две фигуры. Влево это из Норвегии. И заключение не наблюдается систематические колебания годовых трендов заболеваемости. Вы видите, что тенденция плавная, увеличается, снижается. Но что происходило в Болгарии? Резкое увеличение заболеваемости раком легкого в 1998 году. Вы можно увидеть заболеваемость рака легкого резко увеличилась. И в меньшей степени другие локализации. Почему это происходило? Если мы не знаем историю регистрации рака, мы не можем объяснить, что это случилось. Но я знаю и скажу вам. Это случилось, потому что в этом году регистр начинал получать данные из свидетельства о смерти.
для случаев, которые не были зарегистрированы как живые. И в этом году мы включили данные от свидетельства смерти в исчисление показател заболеваемости. И поэтому заболеваемость резко увеличилась. Что это, и поэтому это пример, как прослеживание стабильность показателей заболеваемости в течение времени может служить как оценка полноты и данной. Когда вы отметите некоторые промены, вы надо подумать, что можно это должиться. Другой пример – это сравнение уровня заболеваемости в сходных популяциях. В этом таблице показана стандартизированная по возрасту мировой стандарт заболеваемости в 2008 году и тренды за этот период по выбранным очагам в странах Юго-Восточной Европы – Болгария, Словения, Хорватия и Сербия. Это мужчины, различные опухоли. Вы видите, что для желудок тенденция сходная. Заболеваемость снижается во все эти стороны. Для колоректальной зоны промена схожая, заболеваемость увеличивается. Для простата тоже. И с этим методом, когда мы сравниваем тенденции заболеваемости, мы можем увидеть, что она схожая в регистре Юго-Восточной Европы. И это значит, что данные заболеваемости достаточно полных, что отражат это изменение. Для трахея и легких мы видим, что в Болгарии заболеваемость увеличивается, другие страны снижаются. И если мы увидим доля населения, которое курит, мы лестно можем объяснить это, потому что в Болгарии доля курящих большая. Другой пример для сравнения уровня заболеваемости в сходной популяции – это пример из рака пяти континентов. Они использовали статистический тест для сигнификантно различные промены. И мы видим, что для Болгарии не заметили статистически значимые промены, исключая хронопровод и меланома. Заболеваемость меньше, чем регистры, которые использовали для сравнения. И наше заключение – это что происходит в Болгарии, схожее с что происходит в эти регионы. Другой метод для оценки полноты данных – это отношение смертности к заболеваемости. Сравнение числа случаев смерти, полученных из независимого от регистра источника, обычно система статистики, и числа новых случаев конкретной формы опухоли, зарегистрированных в один и тот же период времени. Если полнота данных достаточно высока, то соотношение смертности и заболеваемости должно быть близко к следующей разнице – 1 минус величина пятилетней выживаемости. С
Стандарты для значения соотношения смертности и заболеваемости могут быть выбраны при сравнении с регионом со схожей выживаемостью. Я буду переводить примеры. Это отношение смертности к заболеваемости для Болгарии. Разные опухоли имеют различное соотношение смертности к заболеваемости, потому что прогноза заболевания различается. Но при сравнении показателей в Болгарии с другими регионами, вы можете увидеть, что только для этот опухоли и печень показатель различается. И неточно определение локализации тоже. Когда мы сравниваем показатели смертной заболеваемости, мы надо сравниваем с регионами со схожей выживаемостью, потому что если мы сравниваем с другими регионами, где лечение пациентов и доля диагностицированных в ранних стадиях различается, тогда и отношение смертности и заболеваемости будут различные. Другой пример для сравнения показателя смертности заболеваемости этот для Норвегии и Финляндии. Вы можете увидеть в синий цвет показатель Норвегии, в красный показатель Финляндии. Они немножко различаются для некоторых локализаций. Это пример из рака пяти континентов, сравнение показателя смертности заболеваемости в Болгарии и другие страны Юго-Восточной Европы. Вы можете увидеть, что в Болгарии 70% схожи с Хорватией и Эстонией, но в Литве это показатель меньше. И средний показатель для Юго-Восточной Европы 70% отношения смертности к заболеваемости. Что этот показатель сам собой ничего не значит. Вы надо сравнивать с другими регионами, чтобы можно оценить, это хорошо или нет хорошо. Когда вы можно сравнить тоже показатели смертности к заболеваемости с одним минус выживаемости. Это референтная линия, а все указывает одно минус выживаемость. Ординаты указывают соотношение смертности к заболеваемости. И когда эти точки близко к референтной линии, значит, это условие исполнено, и мы можем сказать, что качество данных отражают то, что происходит в действительности. Другой пример – это сравнение кривой по возрастных показателей. Разные злокачественные заболевания имеют специфичные повозрастные характеристики. Вы знаете, что костные туморы имеют два пика при детей и при возрастных. Если мы исследуем повозрастные показатели заболеваемости, мы увидим эту картину. Когда мы рассматриваем заболеваемость толстой кишки, мы знаем, что заболеваемость увеличивается с увеличением возраста.
При рака шейки матки заболеваемость самая высокая при у женщины средней возрасти. И если данные из нашей регистр соответствуют этой форме кривых по возрастным показателям, тогда мы можем сказать, что данные раковые регистры отражают, что происходит в действительности. Уровень заболеваемости новообразованием у детей можно служить как для оценки полноты их данных, потому что из рака пяти континентов определенные границы, в которые мы можем ожидать уровень заболеваемости. Это пример из Норвегии. По возрастной группе они определили уровень заболеваемости, и вы можете увидеть, что он попадает в этот интервал. Мальчики и девочки. Немножко больше, чем референтная граница, но это не проблема. Все эти методы, что я описала, они сравнительные методы. Вы сравниваете показатель вашей регистр с показателем другими регистрами, чтобы можно оценить полнота данных. Количество источников уведомлений для каждого пациента. Каждый случай может быть идентифицирован по данными из разных источников. Эта особенность может быть использована для оценки эффективности при выявлении каждого случая. И процедуры и регистры позволяют идентифицировать один и тот же случай рака из различных источников, стремятся избежать регистрации дубликатов. Это пример опять из Норвегии. Они имеют 3.2, 3.5, 3.2, 3.5, 4.7 notifications, измещения, уведомления для каждого пациента. Это не очень лестно посчитать, потому что если вы в ваш раковый регистр не регистрируете все источники, вы не можете считать этот показатель. Оценка полнота данных можно получить, используя информацию о случае от более одного независимого эксперта. Возможно сравнение базы данных регистра с данными о случаях рака, собранными независимо от конца регистра, научные исследования, семейные врачи. Требуется связь между базой данных регистра рака и независимой наборами данных, чтобы оценить число пропущенных при обязательной регистрации случаев. Доля числа зарегистрированных пациентов от всех подлежащих регистрации случаев служит прямой количественной оценкой полноты данных. Вы знаете, что в раковый регистр можно в данных семейных врачей или клиническое исследование можно фигурировать пациент, кто был пропущен для регистрации. Если вы сравните базу данных регистра с базой данных клинические исследования, вы можно найти пациенты, которые были пропущены регистрации. И если вы исчислите, посчитать долю этих пациентов, вы можно установить полноту регистрации. Ваш регистр. Ну, это можно сделать, если требуется связь между базой данных, и тогда вы надо иметь идентификатор пациентов, который
идентифицирует однозначно этот случай. Этот метод очень интересный, методы повторного восстановления корректности регистрации. Источниками информации являются больницы, лаборатории, органы ЗАГС, выдающих свидетельства смерти более или менее независимых друг от друга. Если мы знаем, сколько случаев зарегистрировано одним источником, парой источников или семья тремя источниками, мы можем оценить количество пропущенных случаев рак. И на этом фигуре вы видите, что это один источник, и по данным этого источника все эти пациенты зарегистрированы. Они сообщены от клиницисты. Другой источник, патоанатомическая лаборатория, сообщила данные для этих пациентов, 4. И два источника сообщили информацию для этих два пациента. Но остались три, которые не были сообщены от клиницистов и нет из патологов. Они станут известны регистра, вероятно, от свидетельства смерти. И мы можем представлять эту информацию в табличке. Источник А, источник Б. Если пациент сообщен из источника А и источника Б, это группа пациентов. Если сообщен источника Б, но нет сообщен источника А, тогда Б. Сообщен источника А, нет источника Б, С. И нет источника А, нет источника Б, Х. Когда мы суммируем, спасибо, суммируем, получаем общий брой пациентов, которые надо будут зарегистрированы. Но мы не знаем, это Х. Как можно найти этот брой? С использованием эти формулы, это полнота информации, она равна этой формуле. А плюс Б плюс С на А плюс Б плюс С плюс исчисление Х. Оценку Х. А оценка Х получается, когда мы умножаем Б, С и разделим на А. Получаем оценку Х, потому что мы не знаем, какой это брой, затова используем оценка, и оценку включаем в этот показатель и можно рассчитать процент пълнота данных. Пример. Это пример из Българския раковый регистр. Источник врачи и патанатомы сообщили эти пациенти. Источник свидетельства о смерти эти. И вы можете найти оценку неизвестные, когда вы умножите B, C и разделите на А. Потом, используя оценку Х в этой формуле, вы можете найти полнота регистрация пациентов. И вы можете приготовить ваши ручки, бумаги и считать. 3 минуты для упражнений. Кто хочет сказать ответ? Нет. Вы дисквалифицированы. Я хочу прокомментировать индекс, тот индекс, ну мы его называем индекс достоверности учета. Индекс достоверности учета, отношение числа умерших к числу заболевших. Ну, наверное, вы знаете, что его величина в Соединенных Штатах 0,2.
В Европе 0,5. У нас в стране длительный период это было 0,7. И в городе у нас тоже где-то 0,7. Ну, вроде бы все это нормально, но есть маленький нюанс. Те локализации опухоли, которые имеют высокий уровень летальности, они могут иметь индекс больше единицы и иногда даже кратно, в 2-3 раза больше мы регистрируем умерших, чем заболевших. Вот. Но есть один такой маленький нюанс, ведь индекс состоит из двух частей, из умерших и живых. И вот некоторое время назад мы обнаружили, и Ольга Петровна не даст соврать, что на одной из наших территорий вдруг появился индекс достоверности учета 0,2. Какая красота, какая прелесть. Да, достигли высочайших высот. Ну, во-первых, это была Чечня, начнем с этого, которые прекратили регистрировать умерших вообще. Вот, но вы вчера слышали порядок, каким образом в Ингушетии идет учет. И получается так, что если они, да, ну и понятно, что здесь никакая не наука, здесь экономическая основа республики. Им нужно держать определенный уровень населения для получения, так сказать, дополнительных средств на свое существование. И вот мы с этим столкнулись. Поэтому я к чему говорю, что мы считаем, и сложные формулы у нас есть, а есть реальная жизнь, где на местах может быть все, что угодно. Поэтому нужно знать, что из чего происходит. Вот. И если, конечно, мы бы достигли 0,5, это нормальные соотношения и вполне благополучно для любой из тех территорий, которые занимаются этими расчетами. Спасибо. Конечно. Кто прочитал полнота регистрации? Отличается. У меня получилось 94,8. Вы получили? Да, 98,5. А? Вы получили? Хорошо. Полнота регистрации 95%. Это очень хорошо. Другие методы, использующие информацию и свидетельства о смерти, зависят от высокого качества регистрации причины и смерти. Когда злокачественное новообразование фигурирует на свидетельство смерти, и вы имеете доступ до свидетельства смерти, вы сравняете информацию от свидетельства смерти с информацией в вашем регистре. Если вы не найдете пациент в вашей регистре, тогда вы надо регистрировать этот пациент. Но прежде этого вы надо ждать, если вы получите информацию другими источниками для этого пациента. Пациенты, которые были упомянуты на свидетельство смерти, они называются DCN случаев. Если вы не получите другие информации из других источников, вы регистрируете эти пациенты как DCO. Информация для них налична только из сообщения смерти. И используя эту информацию, мы можем приложить формулу Аджики для оценки полнота регистрации. Это я формула. DCN – это количество впервые зафиксированных случаев по информации свидетельства о смерти. ID ratio – это показатель отношения заболеваемости к смертности. Я покажу вам пример, и вы можете считать. Используя эту формулу и эти данные для рака молочной железы в Болгарии. DCN, ID, и когда вы заместите эти стоимости в этой формуле, вы надо
считат пълната регистрация. Възможно начинат. Кто получил этот ответ? Хорошо. Сейчас вы можете считать полнота регистрации рака в вашем регистре. Вы знаете две формулы. Аджики. Это формула Аджики. И и это формула для метод повторного установления корректности регистрации. Что у вас есть выбор? Я рекомендую, что вы используете двумя методами и сравните результаты. Они, можно, отличаются, потому что методы различаются. Мы продолжаем с оценка полноты данных. Методы, использующие информацию и свидетельство смерти. Другой метод – это метод протока, flow method. Он более сложный и основывается на предположении, что регистрация является зависимой от времени событием и вероятность используется три вероятности. Вероятность или выживаемость в течение определенного времени после установления диагноза. Вероятность того, что рак будет упомнят в свидетельство смерти. И вероятность, что пациент пережил определенный период времени и не был зарегистрирован. Для вычисления имеется специальная компьютерная программа. И это пример, как коллеги из Норвегии использовали этот метод. Они установили, что полнота регистрации достигается на третий год, три года после даты диагноза. Вы можете видеть полнота регистрации. Потому что в этом времени, это время необходимо для получения информации от всех источников, чтобы случай будет зарегистрирован. Поэтому я спросила вчера, как вы смогли считать заболеваемость для 2014 года, когда 2015 года очень скоро. Как вы считаете? Надя, в России везде практически используется прямой метод follow-up последующего. У нас же нет косвенного, как это в ваших регистрах используется. У нас, как только больной умер, о его смерти становится известно везде практически. Ну, если вы получите известие для пациента, если вы в 2015 году получите известие, что пациент был диагностицирован в прошлом году, как вы регистрируете его? Как включается в отчет или нет? Ты смерть имеешь в виду, да? Конечно. Не заболеваемости, отчет заболеваемости. Если диагноз больному был установлен в предыдущем году, а мы узнали о нем, ну, допустим, свидетельство о смерти, что он умер, и мы потом узнали, что и диагноз ему был поставлен, то вот в отчетные формы он войдет у нас в такую графу, который поставлен посмертно, но при жизни известно диагноз у него. То есть, как в заболеваемости, он, конечно, пойдет, если пересчитывать, то в тот год, когда установлен диагноз был.
То есть, конечно, будет у нас регистр больше, естественно, чем та отчетная форма, которая была на конец календарного. Поэтому вот эта вот разница, у нас будет регистрироваться он по фактической дате установления диагноза и будет фактическая дата смерти установленная, тоже занесенная туда. То есть не должно быть, чтобы переставляли. Ну, уж как делать? Другие комментарии для времени нужно для регистрирования пациентов после даты диагноза. Но бывают у нас случаи, когда больного мы узнаем о его смерти от злокачественного образования, и он, диагноз у него не был поставлен при жизни, и тогда, естественно, мы ставим, используем дату вот этого вот выявления злокачественного образования, и тогда ставим его в тот год, когда, вот, когда он фактически умер. То есть используется дата смерти для, ну, как установление диагноза больного. И он тогда попадает, естественно, в заболеваемость того года, каким он умер. А не тогда, когда, вот по словам кого-то, вроде бы он болел и тогда. То есть только фактическая дата, то есть задокументированная каким-то... Когда он умер. Да. Микрофон, пожалуйста. Я думаю, что Надя говорит о том, как вы смогли все данные в 2014 смогли сделать так быстро, в 2015. Но я говорила вчера и поняла, что с некоторыми коллегами я говорила, что поняла, что в России вы делаете так, что когда вы надо делать как быстро можно, но почти весь декабрь, ноябрь и некоторый октябрь не сможет пойти в этот данный, да. И это пойти в следующий год. Это так. Но когда вы в декабре, как вы, да, это, я думаю, что вопрос, знаете, о том, что как вы сможете, например, узнать все в заболеваемость декабря и уже так быстро, это ее вопрос. И вы делаете потом, да? Потому что она говорит, это полнота, знаете, нас, нужно времени. Мы здесь... Времени ждать. Да. Да, но у нас есть оперативная отчетность, которая ежегодно по календарному году вот заканчивается 31 декабря год. И по идее, вот все, то есть, в смысле, не по идее, а просто все диспансеры, все регистры в январе уже, ну, собирают, наверное, у себя, подводят итоги по своим районам и к концу января уже имеют, ну, оперативную отчетность, вот на оперативные данные на вот этот вот, на конец января. В феврале это сдается уже в Минздрав, но, в общем-то, фактически все работают, но 12 месяцев можно отсчитывать от ноября по ноябрь, кто-то там по октябрь. Все равно так или иначе те больные попадают в, как бы, вот в 12 месяцев. Да. Мы боремся, мы как вот институт Герцена, хотим, чтобы действительно все как бы по факту вот до конца декабря регистры собирали бы данные, и они попадали бы вот в это вот в этот вот промежуток времени. Да. Но не всегда получается, потому что в зависимости от местных департаментов, местных субъектовых, как теперь говорят, министерств, им нужны еще более ранние данные, которые пойдут под маркой, под эгидой того, что это данные за вот этот вот год. Хотя, ну, по факту они получаются хвостик предыдущего года, да. Вот, отчетный год, и вот, то есть вот 12 месяцев не рассчитаны от декабря до декабря, от октября до октября, от ноября до ноября, то есть, ну, вот такая специфика, поэтому базы данных регистров, вот у нас получается некая разница в объединенной базе данных, вот базе данных регистра и той вот, как бы, официальной отчетности, которая подается в министерстве, которая используется вот для различных расчетов, да, заболеваемости. Вот есть вот у нас такая двойственность. Да, я понимаю.
Да. Вы внесите информацию пациента в базу данных, но она не включается в отчеты. Министерскую отчетность, вот да. Так, государственную отчетность. Да, ну, она, нет, ну, информация в базу данных налична. Да. Она включится, но пойдет, вот эти больные пойдут в следующем году. Да. Следующий отчет. Да. Другие комментарии? Ариана, вы бы хотели прокомментировать? Нет. Качество данных раковых регистров. Мы говорили о том, что у нас, да, существует такая проблема, что государственная отчетность и сбор для нее информации и регистр иногда, ну не то что разные вещи, но так они не совпадают. Это нормально. Это не проблема. Просто регистр, и все пойдет, все придет, но попозже, действительно, как вы говорите. Да, конечно. 4-5 месяцев. Yeah, это нормально. А здесь другое государственное отчетность, так надо. Да. Ну, информация в базе данных более важна, чем учеты. Не согласны? Другой показатель качества данных в раковый регистр – это валидность или точность информации. Она оценивается доля случаев со значением некоторых характеристик, удовлетворяющих определенным критериям. Повторное извлечение информации и перекодирование, внутренняя согласованность, морфологическая верификация, только свидетельства о смерти и отсутствующая информация. Каждый из этих показателей может быть считан, и вы можете сравнивать его с другие регистры. Это пример из рака 5 континентов для доли морфологической верифицированной, только регистрированные свидетельства смерти и доля случаев с неизвестной первичной локализацией. Отсутствующая информация. Пропорция случаев с отсутствующим информация. Первичный очаг не определен. Эти коды. И когда вы сравниваете показатели, вы можете сказать, что некоторые регистры имеют лучше, чем другие. Тоже сравнивать показатель посмертно регистрирования, вы видите, что он варьирует от 1 до 11%. И доля случаев с отсутствующей информацией тоже варьирует от 2 до 5%. Это пример для своевременности, время за которое раковый регистр может собрать, обработать и сообщить достаточно надежные и полные сведения о заболеваемости. Мы уже дискутировали это. И коллеги из Норвегии показали, что пациенты, случаи, диагностицированные в 2005 году, это брой, когда просчитаны и в 2006 году, и этот брой, когда просчитаны в 2007 году. Они нашли разницу
этот номер 500 и, или 2.2% разница. Это разлика с учетом и база данных в вашем случае. Это нормально случится, когда раковый регистр продолжает получать информацию после окончания прошлый год. Электронный сбор данных может ускорить процесс регистрации, потому что когда это электронный сбор, тогда вы получаете базы данных и автоматично включаете в ваши базы данных. Но когда вы получаете бумажные носители и нужно время извлекать, кодировать информацию, проверить точность, некоторые регистры требуют от своих региональных членов предоставления данных в течение 22-24 месяца после закрытия отчетного периода. Это нормальный период для осигурения полнота регистрации для заболеваемости. Некоторые регистры используют отложенную модель как метод для оценки недоотчета случаев в момент подачи информации. И вы не надо беспокоиться, если у вас нужно больше времени, чем для осигурения полнота регистрации данных, чем для изготовления учета. Это пример из публикации European Journal of Cancer это 2015 году. Для полнота и своевременности раковые регистры должны совершенствоваться. Это анализ для европейских раковых регистры. Какие методы они используют для оценки полноты регистрации? Вы можете увидеть, что наиболее используются сравнительные методы, которые я показала в начале презентации. Метод уровень заболеваемости и смертности тоже используется, но другие методы, которые мы дискутировали, используются в регистры из Северной и Восточной Европы и меньше в регистры Южной и Западной Европы. В регистры Северной и Западной Европы используются более сложные методы, и в регистры Южной и Восточной Европы используются предимно сравнительные методы, потому что они лестные для приложений. Это другой пример из опять для полнота и своевременности в раковые регистры. Вы можете увидеть, что общие раковые регистры эти имеют полнота 53 из них имеют полнота больше чем 95%. 25 из них имеют полнота 90-95% и другие раковые регистры меньше чем 80%. Специализированные раковые регистры имеют большая полнота, потому что они регистрируют только определенные злокачественные новообразования, но в общем, вы видите, что полнота регистрация должна быть больше, чем 90%, чтобы данные и индикаторы заболеваемости будут достоверные для популяции, которая покрывает регистр. Вопросы?
В заключение, все популяционные раковые регистры должны предоставлять объективную оценку качества накопления информации, используя эти индикаторы, которые мы обсуждали, сопоставимости, полноты регистрации, валидности, точности и своевременности. И помните, что только Бог идеален. Если у вас вопросы и комментарии, тогда я, у меня есть вопросы. Как вы оцениваете качество данных в вашем регистре? Кто хочет говорить, сказать, объяснить? Я думаю, вот мы и на прошлой сессии вчера говорили, и сейчас у нас достаточно большие трудности в оценке полноты данных в регистрах, потому что во многих территориях, и вот вчера из докладов наших коллег было понятно, что не все территории имеют доступ к базам данных ЗАГСов. И поэтому очень неполная информация и очень долго идущая по времени об умерших больных. А заболеваемость у нас, опять же, в силу организации помощи онкологическим пациентам, достаточно большой охват. Просто они в основном лечатся в онкологических диспансерах, и вот такая вот концентрация лечебного процесса, она позволяет хорошо учитывать заболеваемость. А смертность, вот, к сожалению, проблемы. Но я бы хотела еще сказать, что во многих территориях решены эти проблемы. Может быть, из докладов мы и узнаем, как, и коллеги поделятся, какие пути решения для получения такой персональной, персонифицированной информации в регистры территорий. Мой вопрос был, как по-настоящему вы оцениваете качество данных регистры? Какие индикаторы вы используете? Скажи. Знаете, я бы хотела, чтобы, может быть, коллеги из территории говорили. Мы вот по отчетам, тем, которые получают. Так, опять же, исторически сложилось, что в нашем центре мы занимаемся и регистром, как базой данных, которая пополняется постоянно, так и принимаем и анализируем вот эти отчетные данные. То есть у нас нет проблемы их сопоставлять. И вот выстраивая динамические ряды, сравнивая заболеваемость разных территорий по локализациям, собственно, мы используем вот этот вот сравнительный метод оценки базы данных, оценки полноты данных, в территориях, сравнивая территории с аналогичными условиями и оказания помощи, и климатогеографической, потому что Россия достаточно протяженная в разных и вдоль, и поперек, и поэтому территории можно найти аналогичные. И действительно вызывают удивление там некие скачки. Есть такие случаи, мы стараемся это выяснить и сообщаем территориям, они там принимают какие-то решения, выявляя что-то, вот, что повлекло такой скачок или провал в заболеваемости. Я хотела бы с территории... Можно вы считать доля морфологически доказанных случаев? Да, безусловно. Я несколько, наверное, была не готова к такому вот форуму. Мы выпускаем ежегодные сборники по заболеваемости и смертности и второй сборник по оказанию, по показателям оказания состояния помощи, в котором, да, морфологическое подтверждение диагноза в таблице по всем территориям, по всем существенным локализациям представлено. Так что и тоже показатели есть. И тоже показатели смертности и заболеваемости вы можно считать. Конечно. И сравнивать по различные территории. Конечно. Понимаете. Я думаю, что территории сравнивают себя и с Россией в среднем, и с ближайшими территориями к себе. Понятно. Другие комментарии? Спасибо. Вот эта информация, она в открытом доступе в интернете. Правильно? Да, конечно. По России, по всем регионам.
информация о заболеваемости, по-моему, с 2007 года, ну, может, 2008, она есть в открытом доступе на сайте oncology.ru. Да, все могут посмотреть и заболеваемость, и смертность, и прочие показатели. Пятилетнюю выживаемость, одногодичную летальность и так далее. Очень много показателей. Есть у вас инструкция, как надо прослеживать качество данной раковой регистра? Такой инструкции нет. Мы не писали, как инструкцию нет. Но вот насчет сборников, они в бумаге, они издаются с 1997 года, существуют, а вот в электронном виде висят, они действительно с 7 или с 5 года. Инструкцию мы вот как раз не писали о качестве, о том, вот специальную инструкцию, но опосредованно она во всех и в приказах, и в инструкциях по заполнению форм как бы прослеживается. Но вот отдельно нет, мы не делали этого, но если надо, сделаем. Can I ask you then in addition, once you have the date, your data for the year? Позвольте дополнительный вопрос задать. Дополнительный вопрос вот о чем. Ну, скажем, вы сделали отчет в Министерстве здравоохранения, официальный отчет. Скажите, а вы проверяете, сколько у вас неизвестных случаев или неуточненных с неуточненным диагнозом? Если эти цифры разнятся в вашей в официальной статистике, вы пытаетесь это исправить или найти новую информацию, если вот такие случаи обнаруживаются? Такой анализ мы проводили в рамках такой неофициальной. То есть мы официально не публиковали это для как бы вот внутреннего употребления, представления о действительно качестве ведения регистра. Поэтому сейчас я просто не могу сказать, я не помню. Вот. Но с официальной статистикой мы не можем это сравнить, потому что эти коды, Т-80 и все остальные, они у нас не входят в перечень обязательных, в перечень локализаций. Они как бы идут в прочие. Так что официально мы не сможем это сделать. А так, конечно, я надеюсь, что вот на местах все-таки люди, работающие в регистре, должны же как-то себя контролировать. Я думаю, но не знаю, не могу. Кто-то делает, кто-то, наверное, не делает. Но делают же. Скажите. Ну, им надо просто структуру вот эту дать, понятно. Нет, каждый у себя внутри своего регистра делает это. Если это даже не входит в форму государственной отчетности, но регистр внутри каждой области, каждого региона, все это учитывают и, конечно, все это анализируется. Что это все? Что это все? Те показатели, которые не входят в формы государственной отчетности. То есть, если мы сейчас говорили о С-80, и несмотря на то, что эти коды не входят в государственную отчетность, регистры на местах, в областях, это анализируют. То есть, государственная отчетность – это выборочный такой как бы анализ. А внутри регистра проводится более подробный. Нет, я не хотел сегодня сказать. Я, к сожалению, к процессу регистрации прямо в регистре не имею отношения, поэтому я просто не знаю, какие процессы оценки качества. Но наверняка они есть. Регистр проверяется на качество регулярно. Я вот приеду и узнаю, постараюсь.